100 секунд. Атлас, на связи 1134. Проверка. 1134. Все в норме. Запускаю протокол Ковчег. Идет подготовка к заморозке. Ввожу нанотриты. Есть. Система на биозе готова. Система погружения, готовность 97%. Пошло погружение. 1134 есть. Цель подтверждена.
Тишина. Входим в стазис. 1-1-3-4. Отбой. Принято. 1-1-3-4. Погружайтесь. На связи Атлас. Отключаюсь. Желаю всем дожить до завтра. Зафиксированы внешние повреждения. Криогенные камеры в опасности. Камера Омега-5 приведена в действие. Экстренная активация нанобита. 3, 2, 1. Контроллер нанотрита приведен в действие. Разблокировка затворов криогенных. Перезагрузка внутренних систем данных. Все системы нанотритовой биостимуляции активированы. Текущие координаты неизвестны. Удаленный радар отключен. Проводится полная диагностика. Внешние герметичные затворы разблокированы. Безопасный выход. Подтверждение. Затвор на двери разблокирован.
Воспроизведение записанной информации. Говорит президент Дэвис. Вы добровольцы КП. Иди сюда! Здесь опасно, залезай! Знаю, у тебя есть вопросы, но нам надо шевелиться. Бандиты тут повсюду. Пора валить. Я Дэн Хаггар, а твое имя, сукин сын, должно быть Везунчик. Ты слыхал, что за людей из ковчегов правительство дает кучу бабла? Что? Ты даже не знаешь ничего о правительстве. Короче, я смотрю, ты вообще ни хрена не знаешь. Добро пожаловать в будущее. Держись, бандиты! Только мишени на спине не хватает твоему костюму. Они как у себя дома. Ищут своих дружков. Черт, теперь у нас проблемы. Нужно спешить домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. И за тобой. У меня есть план, как вытащить нас из этой дыры. А вот и все. Дом, милый дом. Идем сюда.
Слушай, спасая тебя, я сильно рискую. Не только своей шкурой, но жизнью всех наших. Я не искал себе проблем, поэтому выжил. А ты уже проблема. Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Все просто, не так ли? Чтобы никого не осталось, кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, на хлеб не намажешь. Вернешься живым, я дам тебе броню, прикроешь свой костюм из ковчега. Ну как, идет? И вот еще. Эти бандиты — легкая добыча. Для тебя. Вы, люди из ковчегов, какие-то особенные.
Хорошо бы украсить это место кровью. Иди сюда, сукин сын! Вон там! Кровь только украсть! Ну-ну, что же нам Хагар тут прислал? Ты думаешь, к нам можно так просто ввалиться? На бойню его! А, ты очнулся? Рад. Люблю, когда жертва все видит. И обещаю, тебе будет очень больно. Ugh.
Не теряй дыхание. Он здесь! Нужна помощь!
Он там! Сукин сын меня ранил! Он сам! Нам тут всем пи***ть! Нам пи***лей навалял. Дайте подмогу!
Ты ведь не хочешь спуститься в канализацию? В канализации опасно, понял? Опасно! Там мутанты хранят все, что находят. Говорят, там много ценного. Только они это снимают с трупов. Молодец. Ты всем нам помог. Спасибо. Вот тебе обещанная броня. Но, как видишь, у нас проблемы. Слушай, пока тебя не было, на поселение напали. Кучка каких-то неизвестных бандитов. Они ничего не взяли, просто пришли убивать. У нас есть раненые, а медикаменты подходят к концу. Мне снова нужна твоя помощь. За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору. Он все сделает. Если поможешь, я попрошу механиков в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки... Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Тебе надо найти поселение нефтяников и принести оттуда медикаменты. Поспеши. Если на нас снова нападут, припасы нам так понадобятся. Спасибо.